Здорово, любители Клэша, с вами Жин, ну и сегодня мы будем тратить ништяки на моей основе ТХ-10. Итак, друзья, добро пожаловать на мою основу, вот такой вот ТХ-10, который постепенно начинает превращаться из ТХ-9,5 в ТХ-10. Для тех, кто не знает, что такое ТХ-9,5, это когда ты переходишь тупо на десяточку, но ничего не выставляешь, то есть продолжаешь качать только то, что есть у тебя на базе. Если грубо, то именно так. В принципе, это относится к любым половинчатым аккаунтам. Смысл именно вот такой, то что ничего не выставляется. Но не об этом. Уже, в принципе, финальная стадия превращения. Выставлены все здания, потихонечку выкачиваются. Как видите, Инферно скоро уже третьего уровня будет, уже и вторая. Но не об этом. Сегодня нас волнует именно героиня сегодняшнего выпуска. А героиней в Clash of Clans может быть далеко не каждый. Сегодня это Квинна. Конечно же, это Квинушка 38 уровня. И должен вам сказать, что... 38 уровень Квинны меня абсолютно, абсолютно не устраивает. Он должен быть, ну, ни в коем случае не 38-м. Он должен быть максимальным, 40-м уровнем. Ну а чтобы этого 40-го уровня достичь, мы будем тратить ништяки. Как вы уже, наверное, поняли, у меня есть некоторые волшебные предметы. Некоторые есть, а некоторые придется еще купить. И начнем мы с самого обычного, самого привычного. Книга героя. На предыдущих играх кланов можно было одну такую себе заполучить, и, конечно же, я ее и выбрал. Вот она, книга героя, необходимое количество дарка на барабане имеется. Ну и, конечно же, вначале я буду использовать именно книгу героя, потому что я потрачу меньше дарка, и, соответственно, это будет эффективное использование завершения времени постройки. Именно поэтому отправляю Квинну за 171 тысячу дарка на 39 левел, и моментально, вот она только прилегла спать, возвращаю ее к жизни. Вот так вот, 39 уровень. Я, кстати, не заметил даже, сколько там длилось улучшение, вроде бы что-то больше чуть 6 дней, но, блин, это не все. Конечно же, это не все, продолжаем качать Квинну, и на этот раз до 40 уровня, а поможет нам не что иное, как медальки за Лиги военных кланов. Отправляемся в магаз и покупаем самое дорогое, что там есть из расходников, а именно молот героев. Если честно, стоимость этого молота, как по мне, немного не оправдана. Это немного так аналитики, потому что те же самые молоты сражений, заклинаний и строительства абсолютно актуальны на любом уровне прокачки практически. А вот молоты героев, например, на тех же самых низких уровнях 8 и 9 танкола, блин, там молот героев не оправдан дорог. Дорог. Но не об этом. В принципе, пофиг дождь, нам нужна Квинна. Конечно же, 40 уровня. Если честно, ребят, я гораздо раньше хотел записать данный видеоролик, потому что хотел прокачать сразу 3 уровня Квинны с двумя молотами, но мне не хватило 10 медалек. Да, после очередной лиги я заглянул сюда и смотрю, что мне не хватает 10 штучек, и тут я немножечко так просел. Но ничего, собственно, 40 уровень Квинны, 3, 2, 1, бау! 40-я Квинна, топовая Квинна на 10-м танхоле. Осталось докачать буквально 6 уровней кинга, и у меня топовые герои на моей основе. Блин, всего 6 уровней кинга, но это будет достаточно долго. Хотя, в принципе, для атак отсутствие кинга, в принципе, не так критично, как отсутствие Квинны. Но я еще хотел, ребят, что-то прокачать. И этим чем-то будет лаборатория. У меня есть некоторое количество эликсира, и я им собираюсь воспользоваться. Забираю полностью ресурсы из крепости клана и заглядываю в лабораторию. Тут мне осталось прокачать не так много всего, это варвар, гоблинос, ну и немножечко там по баночкам идет. Я на самом деле хотел прокачать сегодня юнита за книгу сражений, а дальше поставить баночку какую-нибудь на ап. Но как вы видите, у меня абсолютно нет дарка, есть конечно руна, но использовать руну я как-то не особо вижу в этом смысл, потому что мне не хватит на ап того самого кинга, а при этом всем будет валяться бесполезный эрик, я лучше его... подформлю немного, а руну дарка сэкономлю. Я придержу книгу сражений и прокачаю варвара, который улучшается 7,5 дней. А уже потом, накопив немного темного и накопив немного обычного эля, я поставлю на ап гоблина. Гоблин апается 10 дней, я скипну это за книгу сражений, но затем поставлю на ап какую-нибудь из баночек. Вот такие вот планы в плане развития у меня на ближайшее будущее. Но на самом деле, ребят, буквально через несколько часов я отправлюсь фармить на этом аккаунте на стриме. И апать я там буду здание дева, доводить буду до фула постройки, и в скором времени десяточка станет уже ну прям вообще сосочка, лялечка и вау, просто вах-вах-вах.
Но пока довольствуемся лишь тем, что появилась у нас 40-я Квина, отправился на прокачку в Варварос до 7-го левела, ну и также я еще вольюсь немножко в башню-бомбежку. Займу рабочего именно на нее, чтобы рабы не простаивали. Ну а так, на ближайшее будущее, я думаю, вы мои планы поняли. Доводить героев до 40-го уровня, докачивать деф, ну и, собственно, завладеть фуловой десяткой. Вот такая вот, ребят, мини-серия, но я пошел готовиться к стримчику. Спасибо огромное за просмотр, с вами был Жи. До скорых встреч, друзья. Пока. Пока. Парень молодой, холостяк, завидный, холостяк. Хочешь быть моей женой, барь по одной, сперва выпьем, холостяк. Парень молодой, холостяк.